что ж, мы продолжаем. И уже в магазине Броско Маркет встречает яркими красками. Мы рядом с фреш-баром. И Рита буквально вот меня потянула именно сюда, потому что, наверное, один из самых удивительных ассортиментов. Начну с того, что прям я сразу по ассортименту увидела один из таких вот для меня непонятных. Фреш свекольный. Как воспринимает такого рода продукт покупатель? Воспринимает как детокс. Mm-hmm. Да, то есть очень круто взять детокс, например, свекольный, морковный, морковка чиа, апельсин на день себе таким наборчиком, чтобы отказаться от еды на день, и в это время очистится организм, очень круто воспринимается. Ну, здесь, соответственно, аж три горки, да? Четыре витрины представлены различные. Что прям, вот как вы создаете такого рода продукт? В том смысле, что откуда вы черпаете идеи и как потом рассказываете о нем своим покупателям? Ну, здесь мы, конечно же, в первую очередь разговариваем с покупателем. В принципе, покупатели напрямую, когда ты с ними разговариваешь, они тебе четко говорят, что нужно. Ну, во-первых, мы проводим опросы. Во-вторых, мы, в принципе, ездим по стране, и по миру, да, и смотрим то, что сейчас в тренде, очень много читаем, и смотрим то, что вот сейчас зайдет. Вот мы в Броско Маркете, все, что мы сейчас здесь навидим, это только здесь приготовлено? Да. А в других магазинах подобные проекты реализовываются? Вот это был тестовый проект, вот про то, что я говорила, это точки общественного питания. Это был тестовый, и в дальнейшем, в случае успешного проекта, мы будем тиражировать на другие. Подобный, сейчас как этот тестовый проект себя показывает? Прекрасно показывает, он выполняет те планы, которые мы для себя ставили, и мы планируем тиражировать несколько объектов. Точечно этот ассортимент выпускается на каждом объекте, на каждом магазине. Например, фреш апельсиновый можно найти в нескольких магазинах, либо нарезки фруктовые, либо смузи манго, да, то есть в большинстве объектов. Но так, чтобы вот такого формата, это только просто марк. Пока. Отдельно отмечу, посмотрите, какие ценнички, очень нарядные, привлекательные. И, конечно, витрина, особенно выделенная таким ярким светом, мы даже на ней, на фоне его не смогли как-то решить вопрос с освещением, потому что она прямо выбивала нашу картинку. Мы сейчас опять идем, не очень правильным путем покупателя, потому что моя задача сейчас максимально дать возможность Лене Маргарите показать свои категории герои, да, и которые максимально привлекают покупателей. И сейчас мы заходим в пекарню Броско Маркет. В первую очередь гипермаркет Броско Маркет начинает свой путь с хлебного бутика. Это европейские хлеба, европейская сдоба, снеки, которые вы можете приобрести здесь, покушать здесь, либо взять с собой, и посидеть либо здесь в кафе, перекусить и пойти дальше своим делам. Знаете, здесь, конечно, ощущение Испании, Италии, идеальный вариант. Отдельный момент, что опять же, я сейчас все буду максимально про маркет, про маркетинг. Опять же, все подсказки, какие только возможны. Ну, а здесь продукт делает свое дело. Пройти мимо таких выкладок и таких тоже очень сложно. Мы тестируем ценники сейчас, на данный момент мы сделаем. Сейчас такое месяц поработаю, потом дальше сделаем более ярче, там менее ярче, просто для того, чтобы понять, какой. Вообще с ценниками мы постоянно работаем, меняем, стараемся производить замену, ну, хотя бы раз в полгода, для того, чтобы не замудривался глаз, так скажем. Это что-то невероятное. Тюссон? Да, и тюссон. Слушайте, ну вы на цены посмотрите, то есть европейские, это полностью вашего производства? Да. Да, о хлебе рассказали. У вас здесь как часто приходится довыпекать, чтобы максимально поддерживать полку? Здесь у нас до 4 производится выпуск. При этом круассаны и слоеные изделия остальные мы допекаем до 8 вечера, чтобы они были горячие. Порядка 5 раз в день мы делаем партии выпечки. Но то, что кафе востребовано, однозначно мы видим. Практически каждый день. Ну да, сегодня будний день, 5 часов вечера. Ну а дальше классические пиццы. Здесь наша классическая пицца, но она не совсем классическая, потому что для этой пиццы мы закупали печь специально в Италии. Эта печь позволяет нам достичь именно того хруста, который нам необходим. Дровяная? Для пиццы. Нет, это электрическая. Технология как у дровяной, но она электрическая. Почему? Потому что мы не можем по законам, к сожалению, поставить здесь дровяную печь. Так бы она бы стояла самая первая, конечно.
вижу вкус Востока, то есть пошла уже... Да, здесь уже наша именитая восточная лавка, которую мы запустили буквально месяц назад. Это шаурма, чебуреки. Наши знаменитые чебуреки, они очень вкусные. Самса, которые... Здесь раньше была такая зона мертвая, так сказать. Почему? Тут стоял тандыр, такой одинокий, здесь было очень мало людей, мимо никто не приходил. Сейчас с этой зоной мы смогли привлечь клиента, покупателей. В час пик особенно, да, в пятницу, субботу, воскресенье, здесь такой оживленный. То есть вы насытили ассортиментом? Да. То есть тандыр работал? Его сейчас нету, или он... Тандыр мы убрали, потому что он здесь уже не нужен. Да, мы в Гросско Маркете, как и в большинстве магазинов, мы стараемся ротировать, делать, если тот проект, который мы запустили, к примеру, там 2 года назад, если он на данный момент не имеет эффективности, он покупатель им насытился, мы меняем на что-то другое. А как быстро вы узнаете, что этот проект надо закрывать? Наверное, в течение года мы работаем, ведем проект, смотрим. На следующий год по статистике он должен расти. Если вот это не происходит, мы уже смотрим, вникаем, да, может быть, что-то не так с качеством, не так с сервисом. Посмотрите, вот опять к вопросу о привлечении. На самом деле в Росском маркете очень яркие ценники, очень много навигации, очень много различных подсказок, что и как. И вот посмотрите, как реализована здесь пекарня в Росском маркете, во-первых. И это, кстати, встречается с другого как бы прохода людей. И такие яркие подсказывающие информационные... Ну и такие яркие печеньки у нас еще есть. Ну, а дальше мы уже смотрим на продукт. Задача, чтобы сначала подошли люди, а дальше мы видим вот такого... такой замечательный, улыбающийся смайлик. Смайлик. Да, 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 который, конечно, вот, ну, так и называется у вас смайлик. Да. Две витрины такие, ну, два таких островка. Скажи, пожалуйста, это всегда было или это доработка? Да, доработка. Мы всегда что-то меняем, что-то дорабатываем, смотрим опять же по восприятию клиента, как он на это реагирует, и в моменте все меняем. Еще про хлеб. Очень много дополнительной выкладки. Нарядное буквально, такая, очень нарядное оборудование. Это... Нарезка. Здесь особенный сервис. То есть ты здесь покупаешь именно нарезанный хлеб. Угу. Это оценили люди? Конечно. Очень много. Ну, понятно, все знакомо. Щипчики удобные. Кстати, этот момент, автоматик, что оно само закрывается. Да. Столько тоже таких нюансов. Большая выкладка, много. Сколько здесь максимальное количество хлеба? Здесь 90 исключительно, да. Тесто тоже ваше? Конечно. Соответственно, охлажденное тесто тоже с собой. Выпечку. Знаете, сейчас будет только ах-ах. Здесь опять готовая еда. Наши торты, сметанники очень вкусные. Стоит попробовать обязательно. И у нас получается здесь организована такая галерея. То есть с одной стороны мы видим кроварня, собственно. Да, сейчас. С одной стороны мы видим постоянно подсказку, как это готовится и здесь, и что это свежее, потому что здесь же оборудование. Слева мы имеем возможность видеть разные выкладки. В данном случае мы сейчас видим, готовим в Росском маркет, и мы видим, в частности, йогурты, сыры. То, о чем мы говорили ранее, а именно то, что у нас здесь сыроварня. Да, сыроварня. Кстати, вот здесь один из тех примеров. У вас сейчас закончилась этикетка. И по сравнению, например, с другими отделами, она такая немножко беловатая. Да, да? То есть она не очень яркая, не очень привлекает там к себе внимание. Но я уверена, что, конечно, те, кто уже регулярно к ним возвращается, они все равно его найдут без этикетки. Но мы представляем... Ну, обычно, другом... конечно, мы используем этикетку для этого продукта в данный момент. Ну, закончилось. Ну, закончилось. Человеческий фактор. Да, операционные моменты регулярны. Здесь же рядышком кондитерская история. Это торты, которые производятся здесь? Например, молочная девочка у нас выпускает фабрику. То есть это вот то, что размораживается, да? Да, да. Вот это вот молочная девочка. Ой, какая она у нас яркая. Да. А торт медовик, красный бархат, сметанник мы выпускаем. Это самые популярные? Самые популярные торты. Что из десертов заведено и вот такого рода, новое, что вы только тестируете? Есть ли такие десерты? Здесь у нас всегда что-то тестируется. Сейчас из последнего это меренговый рулет.
в нашем случае здесь можно посмотреть. Да, причем он разной фасовки. И он буквально за 2 месяца набрал обороты и выходит в группу продаж, потому что он завоевал. А наше пирожное маковое, сырное, пирожное дорблю, оно без сахара. То, что позволяет максимально привлечь внимание и дать познакомиться. Как вы обратную связь берете, когда человек пробует? Если у нас проводится именно дегустация, а не самодегустация, конечно, всегда у нас стоит человек, продавец, который предлагает попробовать, и тут же спрашивает обратную связь. Сейчас так камера у вас здесь выставлю. Каждый день все это полностью нужно добавлять. Все убирается, да. И заново новое. Да. Ну, конечно, паста, печенье у нас оно не убирается, потому что там другие сроки года. Вся кулинария, салаты, конечно, ежедневно снимаются. Продолжаем про картинки. Салаты собственного производства. По-домашнему вкусные, готовим каждый день. Ароматы Франции на вашей кухне, опять же, круг. А, это, кстати, к вопросу о том, что здесь замороженная выпечка, которую здесь сейчас можно купить и в дальнейшем выпечь дома. Да, именно. Это весь продукт, который представлен у нас на полке, в том числе, если вам нравятся, к примеру, наши круассаны, вы можете купить замороженные и сделать вид, что вы прекрасная хозяйка. Замечательно. Так, ну, на самом деле мы таким образом сейчас прошли уже большую часть, не большую, но еще, паназиатская кухня, то, на что мы прямо сейчас акцент делаете. Сколько всего, опять же, это все здесь. Да, здесь мы дальше пройдем, это в кафе «Панорама», оно чуть дальше у нас находится. Mm-hmm. Здесь только хиты на полку выставляются, наш том-ям, пиби-пап, коробочки, суши-роллы, которые мы производим, опять же, здесь. И на фабрике кухни, вот, например, продукция ниже в углу, mm-hmm. и онигири, собственно, с фабрики кухни за 62 рубля. То есть опасения такого, что будет пустая полка, потому что нельзя списывать, вы тоже не допускаете? Нет, конечно. Наша задача основная – это обеспечить покупателя, закрыть его потребности. То есть, условно, если я прихожу, да? Но здесь ключевое – это то, что мы работаем от партии. То есть наша задача – производственники смотрят по проходимости. То есть, например, сейчас мало клиентов, мы понимаем, время 5 вечера, что достаточно низкий поток. Мы останавливаем выпуск, мы сейчас будем продавать то, что есть. Mm-hmm. Если бы сейчас было намного больше людей, мы бы выпуск продолжили и дальше точечно по полке бы проходили и смотрели, что нужно довыпустить. А это буквально приходит какая-то информация или они прямо в зал смотрят? Как ходить это? В зал, можно смотреть в зал, потому что информация никто не может сказать, да, что произойдет сейчас. Как люди отреагируют, можно теоретически, аналитически как-то предположить, но все-таки вот... Или есть тенью, да, глазами. Еще одна история про заморозку. Здесь, кстати, этикетки-то видны. Ярко, заметно. С капустой, вареники, с картошкой. Понимаешь? Сейчас стояли сейчас. Вы знаете, когда человек активный заходит в свой магазин, она сразу же находит еще какие-то моменты, которые хочется. Это вот прямо видно. За Ритой мы не успеваем поспевать. Она идет со скоростью сильно больше, чем обычно я гуляю по магазинам. Мы постоянно останавливаемся, потом резко ускоряемся. И вот она обратно в кадр прибежала, потому что действительно она по пути старается успеть очень много. И спасибо, что она в принципе выделяет столько времени для того, чтобы поделиться вот всей той работой, которую каждый день нужно делать. Давайте буквально еще немного, мы заглянем в пару кафе. Так, ну понятно, собственно, опять станция. Собственно, блинная станция русской кухни. Наши шашлыки прекрасные, которые мы как раз-таки готовим на углях. О. В Джоспере. Это тоже есть только у нас. 100%. То есть та технология, которая была реализована в свое время в одном из самых крупных гипермаркетов, реализована во всех теперь или только здесь? Ну, не во всех, но в точечности, в гипермаркетах. Mm-hmm. В формате гипермаркета там где-то не обходится. Mm-hmm. История про завтраки, супы. То есть какие уже здесь можно будет прийти утром и покушать? С 9 утра можно прийти на завтрак. Русский маркет работает с 9 утра, сам торговый центр работает с 10. Из 9 до 10 у сотрудников торгового центра и покупателей есть возможность прийти и позавтракать здесь. Любимые блюда – это яичница, глазунья, и каша, кофе, блинчики. С удовольствием. Самое главное, об этом надо рассказывать все время, демонстрировать, именно. Что именно у вас есть. Я так понимаю, что есть какие-то, может быть, там инновации, там добавления, но ключевое… В русском маркете есть собственный аккаунт в социальных сетях. Также у нас в русском маркете есть баннер.
на котором мы постоянно вывешиваем именно продукцию собственного производства. При этом кафе у нас на стадии разработки и реновации. Мы планируем его переделать полностью, добавить количество посадочных мест, расширить именно рабочую зону, потому что на данный момент все-таки много пустого пространства. Ну и ключевое – это увеличить товарооборот, это привлечение нового клиента, новым ассортиментом. Меняемся, дотачиваем. Постоянно, да, ежемесячно что-то новое должно быть. Какой-то столько энергии, Рита. Книжки читаю. Книжки? Мясной дворик. Как и в том магазине, который мы смотрели, гипермаркет, на мясном дворике масса людей. Да. Мясо пользуется особой популярностью у нас. Здесь у нас я хотела бы представить наш прекрасный проект Dry Edge, где мы вызреваем специально для нас привезенную говядину, стейки в виде мякоти и говядины на кости. Вызреваем в течение 21 дня, зачищаем и продаем уже Продолжая опять про маркетинг, продолжая про то, что нужно информировать, рассказывать, подсказывать, напоминать. Соответственно, да, классические... Товар дня – это классическая для нас, мы что-то выводим на постоянной основе. И стараемся информировать покупателя о наших новинках, о том, что производит, ну, например, фабрика кухни. Рыбная лавка, мы здесь коптим рыбу собственного производства, но больше используем товары от партнеров. Как раз, да, потому что на данный момент мы не являемся прям специалистами и профессионалами, но мы используем альташам собственные для копчения. К примеру, мы коптим окунь-терьку. Основная полка – это, конечно, продукт поставщиков, наших партнеров, которые поставляются здесь как... Ну, опять, коптим рыбку для вас. Ну, тут, опять же, много коммуникаций, говорим разное. Ответное понимание – волжские раки и здесь. Но это просто гастробутик или там гастромаркет предполагает широкий ассортимент и удовлетворение абсолютно разного взыскательного покупателя. Опять же про сервис. Откроем острицы для вас. Любите рыбу, но не любите чистить, мы ее почистим для вас. То все эти коммуникации, про них нельзя забывать. Знаете, не смотрят, может быть, но как только их отсутствие они замечают, то в этот момент начинается уровень, ой, чего-то не хватает. Поэтому, если вы создаете ценностный магазин, это нельзя исключать из брендбука. И на это нужно тратить очень большое время. И самое главное, регулярно обновлять. Конечно, потому что периодически замыливается. Иногда это просто элементарно выглядит, уже перестает хорошо. И этим надо постоянно заниматься. Да, акцентировать внимание на сервис. Мы продаем не просто рыбу, но мы нарезаем ее на стейки. Любой кусок вы можете попросить, мы вам нарежем на стейки, для того, чтобы вам удобно было ее приготовить. Сейчас все это время мы очень быстро, прям очень быстро проходили сектор готовой еды. Сейчас нам осталось буквально чуть-чуть, но при этом уже в другой части зала посмотреть еще одну линию. Это кафе «Панорама», кафе паназиатской кухни. С видом на Амур. Это специально было сделано? Или оно изначально было в проекте? Оно было изначально, потому что там была возможность поставить стекла с видом на город. Поэтому, конечно же, мы решили поставить там именно кафе. Ну и у нас получается дополнительным образом люди, которые по какой-то причине прошли секцию готовой еды, еще в одном месте они могут заглянуть, да. И в итоге может созреть для готовой еды. Идемте посмотрим Подрама, кафе, да. И на этом будем завершать, потому что здесь действительно очень много чего еще смотреть. Слушайте, и между тем мы сейчас пошли уже там, где много-много экранов. Вообще, конечно, Броско Маркет впечатляет. Да, здесь основное выделение товара, выделение промо-позиции, чтобы покупатели знали, обращали внимание и останавливались на тех местах, где, собственно, висит информация. Да, я на самом деле впервые вижу, чтобы синхронизация была между экранами и именно теми местами, где мы видим тот продукт, который рекламируется. Да, да, именно если... голень куриная, значит голень куриная, да. Пожалуйста. Что ж, само кафе «Панорама», кстати говоря, когда мы вечером здесь были, я даже не поняла этого момента, а сейчас я вижу, что да, действительно, в первую очередь занимаются те места, которые вдоль... Как мы подошли вовремя. Вы посмотрите, ребят. Мы подошли на закат.
да? Посмотрите, какое закатное солнце в тот момент, когда мы подходим. У нас рядом с нами находится вся Азия, да, это и Корея, и Япония, и Вьетнам, и Таиланд. И, конечно, наши покупатели не очень чаще, чем западные, наверное, в свое время ездили в эти страны. Мы решили соединить это все в одном месте, потому что это пользовалось спросом, и на это была потребность. Собственно, в этом успех. Коллеги, за окном уже закат, и я на самом деле с утра вместе с коллегами из Самбери. Сейчас говорю Маргарите большое спасибо за то, что она смогла мне привести полкруга по Броско-маркету и показать самые-самые яркие пространства, которые относятся к собственному производству. Спасибо тебе большое. Вам спасибо, приезжайте. Ну что ж, Броско-маркет – самый яркий проект, который появился за последние 3 года на Дальнем Востоке. И уже в финале ритейл-экспедиции на Дальнем Востоке в 2022 году я пришла в этот магазин. Рядом со мной Мария Лазарева, исполнительный директор Броско-маркета. И я сейчас с ней пройду больше, весь магазин. Но единственное, что мы с Маргаритой, директором собственного производства, уже посмотрели собственное производство. А об особенности уже этого формата мы поговорим с Марией. Мария, добрый день. Добрый день. Мария, расскажите, пожалуйста, вот мы сейчас на одном из входов стоим, да? Расскажите про ключевую идею данного магазина и почему в сети Самбери появился еще один такой формат. Ключевая идея этого магазина – это абсолютно другой концепт, абсолютно другая подача для потребителя, ценность другая для потребителя в городе. Мы создали эту ценность именно вот нашим форматом Броско-маркет, Броско, потому что Броски, утка-мандаринка, потому что она яркая, запоминающаяся, и у покупателя остаются впечатления, которые он не может забыть и хочет вернуться к нам вновь и вновь. Формат – это отстройка от Самбери, то есть он иной. Здесь больше акцент направлен на работу с клиентом через личные продажи, через общение. Наших продавцов знают по именам. Клиент, приходя, знает, что он идет к Алисе с гранатовым салатом. И покупатели действительно это ценят. Это общение – это то, чего сейчас в жизни очень мало, то, чего не хватает. Яркие эмоции. Яркие эмоции в том числе. Ну да, яркие эмоции, однозначно, это магазин вызывает, и вы знаете, я уже несколько раз прошлась по магазину и понимаю, что в каждый раз, проходя здесь, я находю какие-то новые товары, новые какие-то идеи, которые меня вдохновляют. У вас очень много разговоров, именно стены говорят, вывески говорят, подсказки, очень много информационных носителей, которые постоянно с нами коммуницируют, а еще очень много диджитала. Да. Это удивительно. Да, с самого входа мы видим, что магазин начинает говорить с галереей торгового центра. С галереей торгового центра мы каждый год открывали новый вход, и у нас их получилось 3, потому что покупатель хочет перекусить, покупатель хочет прийти за основной покупкой, покупатель бежит в кинотеатр, он покупает смузи и чипсы, это 3-й вход. Ага. То есть для любого покупателя мы открываем свои двери с открытия и до закрытия торгового центра. Ну и, соответственно, говорящая навигация, она везде, это ключ продукта, это помощь клиенту, начиная с плана магазина, заканчивая любой полкой, верхний уровень, средний уровень навигации. То есть это есть везде, присутствует на полке. Мы максимально стараемся донести все, что мы хотели. Даже в отсутствии продавца покупатель должен знать, что и где найти. Ну что ж, посмотрим технологию этого магазина. Приглашаю уже посмотреть сам магазин. Входим в один из 3 входов. Соответственно, первый у нас, опять же, вот пекарня. Да, мы уже здесь прогулялись. Здесь у нас, соответственно, основная покупка. Основной вход, основная покупка. Зачем здесь так? Потому что это ворота. Покупатель может... Вы видите, у нас нигде нет камер хранения. Мы разрешаем клиенту зайти, как он хочет, с чем он хочет. Соответственно, мы ставим ворота, и покупателю разрешаем выходить и входить в любой точке магазина. У нас свободное пространство на территории торгового центра. Доверяете? Видите, да, мы доверяем своему покупателю, начиная с касс самообслуживания, которые у нас достаточно много. У нас максимальное количество касс в Хабаровске. И эти кассы находятся и в зоне самообслуживания, и даже в точке общественного питания. Угу. То есть покупатель может сам сделать покупку в любой точке магазина. Это скорость, это время, это комфорт для клиента. Ну это и, важно. Соответственно, более высокое количество покупок. Да. То есть я могу купить кофе здесь же, здесь сейчас, попить. Мы это не запрещаем, это нормально, это комфортно. Вы видели, вот девушка с собачкой проезжала в тележке, да, довольная? Да, есть специальные тележки для собачек у нас. Ну, то есть это тоже сервис, это то, зачем едут покупатели.
Вы знаете, сейчас мы, так, я так принципиально не перехожу в сторону готовой еды, потому что мы ее уже действительно посмотрели. Но между тем, это вот, эти острова начинают себе тянуть, потому что ярко выделены светом. Света у вас много и разного. Да, хотя магазин... Первый год мы очень много обращений покупали, получали от покупателей. Магазин темный, неприлично темный в сравнении с другими нашими магазинами. Но это не темнота, это акценты. Мы расставляем акценты туда, где действительно лежит продукт, где покупатель видит продукт. Мы не акцентируем проходы. Если вы видите, все акцентные лампы направлены конкретно на полку и на товар. Соответственно, поэтому под цветом софитов товар выглядит так здорово и так контрастно по сравнению с аллеями и проходами. Ну, я на самом деле соглашусь с тем, что в некоторых местах, мы все-таки уже немало сейчас вот снимали, есть ощущение, что свет вот именно на тебя не падает, но он действительно контрастно идет на товар. То есть это нейромаркетинг действие. Понятно. Да. Любопытный момент для меня. Вот так выложенный хлеб, это у вас социальная миссия в неком мере, да? Мы всегда удерживаем цену, несмотря на то, что мы держим разный ассортимент, то есть мы рассчитываем на любой уровень, на любую ценовую корзину. Мы держим и первую цену, и более высокий уровень, то есть в зависимости от, ориентируемся на клиента всегда. И, конечно же, да, первая цена, она есть везде, она есть в любых сегментах, от хлеба и до промышленных товаров. Да, мы сейчас находимся во вторник, время почти 6 часов, это, наверное, один из самых таких активных уже трафиков. Это начало, трафика. Магазин работает до 23 часов, максимальный трафик где-то к 7-8 вечера у нас собирается. Я сейчас немножко опасаюсь заходить, например, в зону ФРОВ. Я вижу, что там много людей. Ренат, переживаю за нашего оператора. Да, сколько ассортиментов в фруктах и овощах у вас? Какое количество SKU? На самом деле, мы здесь скажу так, мы не ставим себе границу в этой фреш-категории. И этим мы выиграем в сравнении с конкурентами. Поначалу мы пытались это делать. Давайте сделаем 300, а потом давайте сделаем 400, а давайте 500. Но мы поняли, что мы можем разместить то количество SKU, которое сейчас в сезон необходимо покупателю. И у нас нет жесткого ограничения здесь. Мы работаем с сезоном. Если появились на рынке черные томаты, то мы должны торговать черным томатом. Если сейчас их 3 SKU, то мы должны завести 3 SKU. Но клиенту мы должны дать ассортимент. Если этого требует полка и ее не хватает, мы пользуемся активно переносными столами. Вы, наверное, видели их на входе. Вот да, они, да, я прям заметила. То есть, да, эти столы нам помогают торговать фреш-категорией в любой точке магазина. Давать доп. Покупку, и это нас не ограничивает в каких-то уникальных предложениях. То есть сезон это были резаные арбузы и дыни, ягоды на вес. То есть мы активно этим пользуемся. Я хочу отметить еще, опять же, про технологию. Мало где вижу, но здесь особенно отмечаю, мне нравится выбросить сюда. То есть, опять же, про чистоту, мы об этом уже говорили, когда мы говорили с Мариной Афанасьевой в гипермаркете Самбери, самый большой гипермаркет. И здесь такая же история, только вы здесь максимально проиллюстрировали. Вообще, как относятся покупатели к вот таким вещам? Абсолютно нормально, мы с открытия это делаем, покупатели уже привыкли. У нас есть вот такие сервисы с влажной салфеткой, с перчаткой, если не нравится покупка, это можно выбросить. Да, свои презентации читаю на тему путя покупателя и, в частности, говорящего магазина. Я всякий раз показываю простую как раз историю «Мы вам рады», без особого оформления, без особого дизайна. Но у вас это уже доработано до такой, ну, как бы очень такой концептуальной, правильной. И, вы знаете, это просто декларирует в какой-то мере вот. Просто их много. Но вы знаете, после того, как 1, 2, 3, 4, 5 раз встретишь это по торговому залу, то в этот момент ты начинаешь в это однозначно верить. А здесь много что заставляет поверить тому, что здесь реально рада покупателям. Эко-пакеты удобно, экологично вижу. Да, вижу очень необычные мелкие тыквы. Но это декоративно. Боже, даже декоративные цифры привезли. Ну, да, понятно, осень. Очень широкий ассортимент. О, вы знаете что, я должна вам сказать, потому что мимо этого невозможно пройти. Количество фраз, которые сопровождают зону ФРОВ и, в частности, зелени, оно просто, ну, для меня это большое удивление, как вы здесь столько напридумывали различных фраз.
зеленый, зеленый обед, крепкий иммунитет. Давайте мы сейчас подсмотрим. Кто это придумал? Мы придумываем все совместно со службой нашего маркетинга. У нас есть штатный сотрудник на магазине, что отличает нас еще от других, который работает здесь и сейчас, который видит здесь потребность, который понимает, что нужно клиенту. Плотно мы работаем с отделом, да, маркетинга, ребята приезжают к нам на магазин, мы очень долго думаем у полки, а что бы покупатель хотел бы здесь видеть, а как он прочитает эту полку. Мы подходим к этому очень, очень тщательно, потому что все-таки это важно в наше время. Время, экономия времени, понимание для покупателя, что и где он может купить на такой площади. Это важно. Расскажите, пожалуйста, вот вы стартовали магазин 3 года назад. Сколько человек с вами начинало работать, когда вы запускали магазин? Нас было порядка 350 человек. А сейчас? Когда мы стартовали, сейчас нас 280. То есть минус 70 человек. Почему? Потому что слишком много было изначально взято? Или это был штат такой, который вы рассчитывали, что надо мы, будет столько? Мы много где оптимизировались и поменяли свои технологии и процессы. Начиная с линейки касс, это один из самых больших направлений, подразделений магазина. Это сервис. Мы ввели линейки самообслуживания. У нас две большие зоны. Если видели, это 22 кассы самообслуживания. Это позволило нам оптимизировать процесс обслуживания. Это первое. Процесс оптимизации и работа нашей собственной централизации. Наша собственная фасовка, наша собственная... То есть наши подразделения внутренние помогли нам в какой-то мере тоже сделать эту оптимизацию. Сотрудник одним нажатием может увидеть цену, оборачиваемость товара, когда он приедет в пути, ему не нужно бегать искать. Мы перешли на адресное хранение. Очень много таких вещей, как оптимизация процессов, было выстроено в магазине на протяжении этих лет, и это помогло нам. Знаете, я разговариваю сейчас с Марией, понимаешь, она перечисляет практически все кейсы, все такие проекты, про которые мы постоянно пишем на сайте retail.ru, у вас это реализовано. Вот вы регулярно выезжаете для того, чтобы подсмотреть, напитаться от других коллег по рынку. Недавно вернулись, да, из большой поездки. Вот сейчас, после того, как... Сколько лет вы работаете в сети Самбери? С 2007 года. К кем пришли? Я пришла сотрудником, обычным сотрудником, кстати, отдела ОИФ. Он мне безумно нравился, я пришла подработать на лето. Я была студенткой, ну и вот затянула. Затягивает. Да, затягивает. Мария, вы уже проговорили о том, что с колес буквально работаете. Мы прям довольно долго задержались около зелени. Большой ассортимент. Когда я ехала на Дальний Восток, у меня было впечатление о том, что там фруф не может быть такой обильный. Я наблюдаю как раз очень большой раздел фруктов и овощей. Касаемо зелени, это каждый день поставки? Да, поставки зелени каждый день, но только зелени, в принципе, поставки фруктов и овощей каждый день. Оборачиваемость одни сутки, полтора максимум, там на грязные овощи может быть, борщевой набор. Зелень однозначно, каждый день свежая, выходные дни действительно полки не хватает. Выходные дни у нас дополнительные места продаж, корзины, то есть мы даже не успеваем. Все-таки магазин трафиком выходного дня, с пятницы по воскресенье, здесь весь город. И здесь пройти, вот то, что мы сейчас с вами стоим, это даже не тесно. Там... Ну да, я понимаю. Это, да. То есть это даже не тесно. Выходные дни здесь настолько много клиентов, что проходы действительно, магазин становится очень мал, резко. Я хочу отметить, что здесь рядышком сейчас увидели продукцию партнера компании «Аграрные технологии будущего» и их салаты «Это будущее». Вот интересно, насколько востребован такого рода продукт вашими покупателями? Востребован, очень востребован продукт, готов к употреблению. Продукт сразу же обработан, да, то есть не нужно никаких усилий прилагать. Наши покупатели это ценят и любят. Все, что можно сделать быстро, все, что готово к употреблению, это, наверное, ну, максимально выгодно. Ну и, соответственно, еще ваш местный производитель, да? Да, наш местный производитель, да, который говорит сам за себя, что... Это небольшая логистика, да, это все здесь, то есть свежее, всегда готовое. Ну, по качеству продукта на самом деле все видно. Идемте дальше. Я понимаю, что мы находимся в магазине, где очень много диджитал. Вот
я понимаю, что у нас, когда мы по России смотрим магазины, очень часто декларируется, что диджитал-магазины. Я здесь впервые столкнулась именно с максимальной диджитализацией, когда те панели, которые мы видим на торцах, они реально отображают то, что в этом торце продается, ну, на той горке, либо той банете. Как это вы достигли? Кто рисует все вот эти картинки? Тут очень много контента. Насколько сложно такой проект внедрять? Да, сложно. Сложно. Проект непростой, но свой отклик у покупателя он находит. Не только на торцах, вы видите, и на всей территории магазина. То есть есть товар промо, который мы подсвечиваем, показываем покупателю скидкой, скидкой, скидкой. Не только скидки, но, например, мы возим радужную форель с поступлением свежего самолета. То есть она приходит к нам еженедельно, люди знают день доставки, у нас там все указано. Мы тоже это подсвечиваем. Когда мне говорят о такого рода проекта, говорят, очень затратно на старте, и зачастую ломается, там что-то не работает. Я в третий раз забегаю в этот магазин, по большому счету я не увидела ни работающего. Как на практике? Есть специалисты в магазине, которые с этим работают, которые в том числе обучаются у наших коллег с Москвы. Они приезжали. Первое время это была помощь, сейчас мы уже что-то можем делать сами. Чему-то мы научились, ребята все-таки стараются поддерживать магазин в том состоянии, в котором мы его открыли, это видно, да, действительно, если что-то не работает, то оперативно подключаются специалисты, наши специалисты, специалисты с офиса, в том числе, что касается контента и полностью, да, отрисовки там всех экранов, загрузки экранов. Мы этим управляем вдвоем, как это не сложно нам, да, но вдвоем, то есть в офисе подразделение, и мы здесь на магазине, мы здесь глаза. Мы здесь тот толчок, то пожелание, которое мы хотим видеть на выходе. А специалисты в офисе – это отрисовка, это визуализация. То есть работаем всегда вот вместе. Броско Маркет один. Да. Вот когда всего лишь на один магазин приходится делать столько контента, эффективно ли это, ну, в операционных затратах и в единице продажи? Это все-таки... Ну, такое. Всегда стараются быстро масштабировать такую историю. Есть ли подобные истории еще в Саммере, например, в обычных магазинах? Вот именно диджитализация. Диджитализация есть, но она минимальна. Она, конечно, не настолько просторная, как у нас. Такого количества экранов нет нигде. Если говорить про деньги, наверное, экраны – это все-таки не та эффективность, о которой мы сейчас можем посчитать в своих деньгах. Наверное, это все-таки атмосфера и то восприятие, та визуализация, ради которой клиент сюда идет. Если видите, даже в принципе наш портрет клиента – это больше молодые семьи, это больше молодежь. Им круто, здорово, они понимают, что здесь все вертится, крутится, как они говорят, мигает. Поначалу люди пугались, боялись, на них давило. Сейчас они идут за этим, они идут за эмоциями. Они говорят, на улице так все серо, у вас, смотрите, ананасы такие яркие. То есть люди приходят, получают эту эмоцию, это здорово, когда магазин – это больше, чем просто магазин. Когда это эмоция, когда ты купил свежий вкусный кофе, или тебе выжили свежий фреш, ты прошелся, ты пообщался, ты пришел с позитивом и ушел с позитивом. Можно я здесь хочу от диджитализации перейти к обычным нашим моментам? Знаете, вот я не могу не отметить, когда технические помещения пишут, не посторонний вход воспрещен. Вот хочу обратить внимание, за этой дверью мы готовим товары к встрече с вами. Вот про положительную эмоцию посредством речи, посредством текста. Вот один из тех примеров, когда запрещающие моменты, ну, которые действительно надо ограничить, еще что-то, можно перевести в очень такой комфортный тон. Важна подача очень. Первый год люди дозаходили. То есть люди не понимали, что там, нужно же посмотреть. Это интересный коридор, а вдруг там что-то есть. Мы предлагаем покупателю другие варианты, но делаем все, чтобы ни одного слова негатива и так хватает. Его хватает, в принципе, везде, за пределами магазина его хватает. Поэтому здесь мы стараемся сделать все максимально комфортно, без напоминаний и каких-то отрицательных моментов. Смысл можно достичь другими словами, да? Да, то есть ключевой смысл. Просим не входить, даже просим не входить, но уже по-другому воспринимается, да, нежели нельзя технические помещения, да? Отличный пример. Я очень настоятельно рекомендую коллегам подглядывать такие примеры, но это важно. Про кросс-продажи. Я прямо сейчас вот смотрю на банеты и понимаю, что кросс-продажами вы работаете активно.
Да, активно мы стараемся покупать льда здесь и сейчас. Если это грибной супчик, то вот, или это запеканка, да, то это сливки. Вообще, сколько вы закрываете потребительских потребностей? Вот по каким, вот, ну, есть вот такой там, знаете, ваш близкий, если я не ошибаюсь, ну, вот именно в вашей сети, он закрывает там 3 ключевые потребности людей. У вас есть какое-то ограничение? Да, конечно, ограничения у нас есть, но, тем не менее, времена меняются. И мы подстраиваемся под то время, в котором мы находимся. Неважно, какая ситуация. Вот мы когда столкнулись с коронавирусом, да, на самом деле, пересмотрели все свои потребности, пересмотрели все, что мы делали до, для того, чтобы клиент мог ходить реже, но брать больше. Давайте делаем... То есть на кассовом обслуживании даже делали зоны для размещения с телегой, а не с маленькой корзинкой. Потому что покупателям было это актуально. Покупка росла, покупатель брал впрок. Сейчас ситуация поменялась, опять вернулось все как и раньше. Да? Клиент приходит чаще, берет меньше. У нас есть такие фокусные категории, которые, ради которых клиент прям едет. Перечислите их какие? Первое – это рыбная лавка. Так, были там да, да, да. То есть наша рыбная лавка – это ключевое численное преимущество, ассортимент максимальный в городе, постоянные активные продажи и дегустации, свежие морепродукты, вплоть до того, что даже устрицу вам почистят. Здесь сейчас зафасуют сейчас эту устрицу и дадут вам уже в готовом виде. Угу. Давайте мы поднимем, чтобы… Да, хотите, чтобы, например, доставка, отвезти близким, передать там самолетом, упаковывают, все… Все для этого продукции. Дальний Восток у нас здесь. Рыба, алкоголь, да, ключевое преимущество – это вино. Мы, если обращали внимание, то есть работаем с разделением по странам, работаем с разделением не только по цветам красное и белое, у нас разделяются страны, в каждой категории мы стараемся наполнить, отслеживаем продажи в каждой категории ключевой, то есть что пьют сегодня, там спрос на Новую Зеландию, на Аргентину или на Португалию. У нас собственный ВЭТ, то есть мы сами везем вино, и достаточно большой ассортимент у нас. На сегодня мы нисколько не уступаем специалистам, которые находятся здесь, в нашем районе города. Uh-huh. Мы действительно уже перестали оглядываться на конкурента. Теперь конкурент смотрит на нас в этой категории. Ну, про производство вы уже слышали, это тоже, да, конечно, там, это максимально. Кстати говоря, ключевое. Мы сейчас слышим, как там идет дегустация, да. То есть я так понимаю, что там буквально вот с микрофоном. Да, с микрофоном. У нас есть специальная гарнитура для активных продавцов. У нас прописан график даже активных продаж каждый день с 5 до 7. И по очереди волнами, если видите, друга не перебивают, делают максимально лояльно производство, потом прилавки. И вот плавно так мы покупателей развлекаем, завлекаем каждый день. Сейчас стала, вы знаете, такой галерея, которая четко направляет нас в вино. Но у вас достаточно большая группа нон-фуда, причем очень красиво оформленная. Вы знаете, это не просто. Я точно знаю, что это не просто. И хочу заверить, вот как получается придумывать и делать, и держать в порядке вот такие сложные сочетания? Нам здесь очень хорошо помогает наш офис с изменением планограммы или с поступлением нового ассортимента. Офис выезжает к нам, и мы делаем вместе ту картину, ту визуализацию, которые интересны сейчас. Ну, это сезонная смена, естественно, коллекции, посуды, текстиль. Ну, а дальше уже наша задача поддерживать и с новой коллекцией наполнять, дополнять. Если говорить про скидки, насколько ваша аудитория все-таки реагирует на скидки? И давайте чуть-чуть скажем, какие стопперы вы дополнительно делаете, чтобы люди реагировали не только на скидку, но и на еще что-то. Большое количество стопперов мы используем. Ну, вот сейчас мы видим стандартный стоппер акция. У нас есть стопперы по карте Клубере. Вот вы напротив видите, да, например, пиво сейчас. То есть это наша собственная карта. Очень здорово реагируют покупатели на карту. Ну, то есть не мобильное приложение, да, которым проще пользоваться. Все-таки у нас молодой клиент, и это востребовано действительно через приложение. Даже если сравнивать с Амбери, доля таких клиентов у нас намного выше электронных. Стопперы мы подсвечиваем страны, мы выделяем собственный импорт, мы выделяем товары из Азии. То есть максимально стараемся стопперами подсветить моменты выгоды. И клиент реагирует, но опять же мы стараемся отделять ассортимент. Если мы говорим про магазины Самбери и Броско, то мы стараемся какой-то ассортимент ключевой, интересный все-таки привозить и делать предложения много уникальные. Если заметили, на наших фасадах Броско Молл, в торговом центре, по дороге на Павла Морозова, вы можете увидеть наши предложения, промо,
подъезжают к нам, то есть не заезжая в магазин, мы заранее предлагаем ключевые интересные моменты. Мы сейчас, постепенно идя в другой отдел, уже видим, что больше детей становится. Детская ровно зона. Потому что здесь детская зона. Посмотрите, как ее оформили. Очень нарядно. Любят ли сюда приходить дети? Да, конечно. Это любимое место детей. Вы видите, да, вот ребята здесь самостоятельные. У нас даже есть маленькие тележки для маленьких покупателей на входе. То есть в раза 4, да, меньше, чем это. И клиенты, бывает, заходят и набирают себе все, что они хотят. На самом деле, полный день сегодня занимаемся съемками, и все находим, и находим какие-то идеи, мысли, о которых стоит подумать. Вы знаете, я точно понимаю, что здесь не поскупились на навигацию, не поскупились на привлечение внимания к каким-то категориям, каким-то мыслям и намерениям людей, которые приходят в эти магазины. Иногда вы просто подсказываете какие-то вещи, о которых, может быть, люди не думали. Кстати, здесь еще по технологии обращу внимание то, что в других магазинах особо не замечаю, но вот я отметила, что у вас прямо написано, как должна быть выложена полка. Да, это планограмма. Это Почему? Один из процессов. Я сталкиваюсь с тем, что раньше это как бы прятали, старались не показывать. Это опять же оптимизация. Я монтажу полки, я уже вижу, что нужно сделать. Просканируя товар, я знаю, где он у меня находится, в какой ячейке. Еще одна красиво выделенная категория – кондитерские товары, конфеты. Прям, знаете, очень такие и светом выделено, и навигацией, и вот эти не пожалели времени и желания, да, там сделать ирис, карамель, желейную, да, прям отметить. Да, вся навигация красивая, яркая. Вижу, что, прямо сейчас мы наблюдаем, что люди… У вас каждый товар отдельно? Нужно брать, если мы говорим про весовые конфеты, или есть группами? Раньше было группами. Сейчас мы отдельно развели, потому что все-таки мы поняли, что управлять тяжеловато. Да, покупатель все-таки не добирал, не находил необходимый товар, мешался ассортимент. А здесь для клиента ассортимент — это максимально важно. Клиент едет сюда за ассортиментом. Мы это понимаем, поэтому мы разделяем и все-таки стараемся работать с каждой SKU матрицы. Ну что ж, проходим сейчас сухую полку, понимая, что довольно привычный для нас ассортимент, вот точно надо обязательно, но при этом я вижу, что и дополнительно выделенный, например, если в спагетти мы находимся, то какой-то другой, да, чтобы более взыскательный покупатель нашел для себя что-то другое, нежели привычные, может быть, нам продукты. Да, вот новинка, обратите внимание, тоже выделяется, да, стоппером, подсвечивая. Так, новинка, да. Что-то интересное, привезли для покупателя что-то новенькое, мы это тоже подсвечивать стараемся, чтобы клиент видел. Напомните, пожалуйста, еще раз, сколько у нас здесь квадратных метров? Торговая около 5400. 5400. Наполнить все товаром. Сколько здесь SKU? Сколько? 25 тысяч. 25 тысяч SKU. А когда вы начинали, это такое же количество было или... Немного меньше. За это время приросли? Было немного меньше. Мы смотрели, собирали спрос покупателя, понимали, что необходимо. Вот сейчас, например, идем в расширение таких категорий, как здоровое питание. То есть мы понимаем, что нужно клиенту, стараемся улавливать тренды и двигаемся в этом направлении. В том числе по наполняемости ассортимента в первую очередь. Соответственно, поставщиков, которые занимаются этим направлением, вы приглашаете? Да, но тут есть сложности именно по здоровой полке, там есть нюансы, по которым приходится постоянно смотреть. Таким образом мы прошли почти весь магазин. Понятно, что с Марией можно очень много каждую категорию еще смотреть, но тут уже много людей, мы будем мешать. Сейчас мы стоим уже на выходе, здесь как раз без наличия. Наш сервисный класс самообслуживания. Антикражное устройство там можно бросить сюда, снять антикражное устройство. Здесь у нас прописаны все моменты от и до, как воспользоваться картой, чтобы корзина, которую вы ставите сюда, не скатилась. У нас прорезиненная, мы сами дополняем платформа. То есть мелочи, да, мелочи везде. Удобство там пакета, да, терминал там на левой стороне и сканер, чтобы было все удобно, весовая платформа, соответственно. Напоминания везде, напоминания даже здесь, что нужно не забыть, приложи карту. А теперь смотрите, на финале. Обратная связь. Без нее никуда, да. И именно здесь вы много собираете каких-то идей, да, конечно, которые потом внедряете. Здесь клиент нам говорит о том, что ему было удобно, неудобно, и здесь мы берем, конечно, всю обратную связь для того, чтобы пользоваться ей и улучшаться для клиента.
Ну что ж, на такой точке, посмотрев весь магазин с двумя специалистами, и Марии большое спасибо, что показали весь ваш магазин. Я понимаю, сколько процессов вам, как исполнительному директору, приходится каждый день повторно смотреть, изучать, наблюдать. Я понимаю, что когда я заглядываю в магазин, я многие какие-то мелочи вижу и очень грущу, когда что-то не очень. И я представляю, как вам, как человеку за это отвечающему, приходится каждый раз настоятельно исправлять. Успехов вам в вашем проекте, хороших и довольных покупателей, которые желают открывать кошелек вовремя, тогда, когда вы задумали. И экспедиция retail.ru заканчивает свою работу в Хабаровске. Мы много посмотрели. Смотрите, пожалуйста, по хэштегу Retail Expedition и экспедиция Retail 2022. Мы готовим материалы, изучайте интервью, фоторепортажи, которые мы создали по мотивам тех видео, которые я засняла в различных магазинах. И подсказывайте, куда мне еще нужно прийти. До встречи на канале retail.ru, в телеграм-канале retail.ru и на сайте. Спасибо еще раз. До встречи. До свидания.